Началось все с ангелом. Он временно замолчал. Он меня по глобусу вычислил, по пособиям изучал. И дышал, и порой песни пел у плеча. А потом устал, наверное, и заскучал. Говорит, я побуду здесь, а ты дальше пойдешь сама. У тебя и летом в душе зима, и зимой зима. Еще пару лет, и точно сойдешь с ума. Но мне за это так не хочется отвечать. Ты иди, не бойся, и тесно на лоб печать. Пропустили меня после пары звонков наверх. Я у них в документах значусь, как белый стерв. А на фото глава отряда отборных стерв. И характер кляксы к тонке зудящий нерв. Я иду и думаю, черт возьми, зажила. В обе стороны от меня пустота и мгла. И печаль длиной в ладони из груди игла. Я бы еще тогда повернула, да не смогла. Подошел ко мне начальственный господин. Говорит, запомни анкету. Вопрос один, что ты хочешь, детка? Что выдать тебе подарком? Заполняй и дальше, налево и в эту арку. Но подумай, тебе осталось почти полвека. Я ему, а мне бы любовь одного человека. Чтоб ему без меня, как без воздуха, как без света. А другого вроде бы больше желания нет. Он внимательно посмотрел и пожал плечом. Мол, с такой дурой вести разговор о чем. Ангел встретил выхода. Больше не смогла. До сих пор длиной в ладони из груди и головы.